Так вот все собрать вот так вот сюда, и туда, так чтобы оно все перемешалось, да. Можно парочку так встать. Я бы тебе сам! Продолжим! Следующий ингредиент, это, конечно же, мимирка. Ладно, добавим курс, хорошенечко, попишем вот так вот. Раз туда добавляем, я бы тебе сам! Чтобы было интересно мужикам это блюдо кушать, берем пивко. Но целую банку не годится. Сюда половинка, только половинка. Ладно, давай уже целую, пошло дело. Я выкидываю все! Следующий ингредиент это сарделечки. Только хорошенечко их нужно так вот отбить. Потому что вдруг бабушка без зуба, это или дедушка. И туда закидываем. Я выкидываю все! Взбитый кефир. Вот что нужно в нашем блюде. Вам не видно? Я специально поближе подхожу, чтобы все было видно. Как взбить кефир прямо вот в упаковке? Кто знает? Никто, конечно. А я расскажу вам, как взбить кефир в упаковке. Берем кефир. Ударная рука правая. Наносим удар по кефиру. Удар должен быть быстрым, резким, молниеносным и беспрецедентным. Готовы? Нет. Я пока, я все подойду. Делаем так. И раз, и два, и три. Обысь. Хорошо запаяли. Я вытянула все. И, конечно же, блюдо праздничное. Соответственно, блюдо нужно давать шампанского. Несите шампанского. Шампанское имеет свойство распечатываться. Чтобы его распечатать, нам понадобится несколько трюков. Я пойти буду, я все. Смотрите. Всегда, когда мы открываем шампанское, мы оказываемся в неловкой ситуации. Держим вот так вот пальчиком, да? Раскручиваем вот так вот. И смотрите, что получается. Как бы палец здесь, проволочку нужно снять. Да? Как это сделать? Ну, кто-то там с проволочкой, но это некрасиво, не эстетично, ну и не по-бытибушному. Я бытибую все. Делаем так, смотрите. Раз, два, три, ровно 3 секунды у вас всегда есть. Запомнили? 3 секунды, не больше. 4 секунды пробка вылетает сама. Далее. Немножечко взбалтываем шампанское. Слегка. Туда. Мужики знают, как взбалтывать шампанское, чтобы... Пробочка должна толкать пальчик. Ни в коем случае не тащите пробку. Это не шампанское. А если оно толкает пальчик, то тогда это шампанское нормально. Украинский бюстбазу. Ну, хай подавляться от него, скорее, своим базом. Я бы эти будем все! Далее! Последнее. Отправлю. Все надо собрать. Никаких продуктов не должно остаться за бортом. Отправляем все туда, бумага, вы знаете, в сардельки, в сосиски, в колбасу добавляют, и мы тоже добавляем. Я бы этим уехал сам! Следующее, отправляем это все в нашу печечку. Ну-ка, несите сюда. А, стоп, но самое главное, надо, чтобы все хорошенько перемешали. Нету свечечки, тогда просто отправляем в духовочку. Держите, девочки, в духовочку. А, здесь, да. Вы же как сестры. Далее следует следующее. Я считаю, вернее, мы считаем от 10 до 0. Поехали, все вместе. И 10,
Дамы и господа, это было...